отлично. Но даже землям пока не... Даже не две земли. Красота. Так, а что нам? Нам, слушай, две красок нужны, зеленые нужны. Синие нам, наверное, не так, а синие нам не так нужно. Тем более протект мы не только... Хотя в протект тоже еще можем получить. Экалип Чойс. Нет, стратегайс я уберу. Мне земельки сейчас важнее. Земельки мне важнее. Дроваться. У него торчи есть, окей. Вас не вяжет, что умыло дешевле? Тогда бы у них вообще бы все бы шли на Steam, наверное. Не, и Торнал, да, в принципе, в раннем доступе считается. Так. Так, у нас сколько? 4, 5, 6, 7 не надо. Официально он еще не вышел в релиз, и Торнал до сих пор. Привет, да не за что, все-таки... Играешь ты в основном. Сам и научился. Ну, может, там на видео чуть-чуть побыстрее, а так бы, я думаю, и ты буквально через несколько игр сам бы все понял бы и также зашел бы. Так, окей, слушай, у нас пока вообще нормально здесь. И дальше, и Карие. Правда, противников лудит, конечно, и это печально. Мне кажется, сейчас все эти делают ранние доступы, чтобы просто не было как такой ответственности. Типа игру выпустил, надо следить. А по факту, хотя не знаю. То есть, когда он выйдет, уже по идее у нас три крупных сета, три компании, почему еще ранний доступ, я, если честно, меня это лично не смущает. Но на самом деле, что же они готовят к релизу и так далее, непонятно. Так, ладно, давайте смотреть, что нам не нужны. Дурис Блейда уберем. Тафо Сторис уберем. Нам не нужны с вами харшулы здесь однозначно. Дальше в Миррере. Хейл Шторма нам тоже не нужны. То есть мы добавим Ансилы. Добавим Sword of Icaria. Добавим Sword of Sky King. Просто по максимуму что. Ванквиш с Эринчойсами оставим, чтобы Карри все-таки как-то убивать. Нужна ли нам еще одна Икария? Я думаю, нам можно убрать один Райс, например. У нас слишком много Икарии и опций слишком много. Можно убрать один Райс, попробовать. Либо минус одну Икарию сделать опять. Не, Икарина тут важна. Вот все хочется оставить, если честно. Давайте мы уберем один стратегайз. Потому что хочется по максимуму. Как больше, как можно более агрессивным быть здесь.
Не, все равно Ванквиша оставить. Если Икари придется убить, то Арч Ванквиш или Чойс Ванквиш потом, хоть как-то. Unstable Rush. Ну это который старый добрый. С Синдоками, с Геральдами. Оставим такую. Не, просто когда русский вышел, у меня уже было почти вся коллекция на английском, и на русском пришлось бы начинать с нуля совсем. Русский-то вышел позже. Я уже год играл, прежде чем русский вышел. Там же перейти нельзя. Ну, тем более английский удобно. В русском слишком мало народу. Слишком мало информации. На английском читать удобнее, следить удобнее. Плюс все статьи на русском, все видео основные. Ой, все статьи на английском, все видео на английском. Чисто удобнее. А надо нам его контрить здесь? А давай поконтрим. То, что в арморе мы сами знаем, что с землями есть ли проблема. Опа! Контра на контру. По красоте. Потому что с землями проблемки отхватишь и в этой деке сразу проигрываешь. Ну это, конечно, здорово, да? One Seal, Caleb Choice. Ну, с другой стороны, пушку теперь не убьет он. Ну, как сказать, я в английском, я могу, в самом деле, я могу по нему читать. То есть по-английски я читаю, перевожу немножко, а вот я прекрасно понимаю, о чем теперь говорится, но вот это перевести, например, сразу, то есть я больше слова не так хорошо знаю, вот в общем, на интуитивном уровне понимаю, о чем надпись. Поэтому мне не так в нем сложно. Так, ладно, нам тоже надо полететь. Я предпочитаю полететь, наверное, за дальше все-таки. Теперь главное аккуратно все эти пушки разыграть, чтобы подловить его. Окей, он нашел Вардена. И это очень приятно. Он нашел Вардена, это очень приятно. Не хочу я, чтобы ты мне забивал пушки. Отлично. Теперь будем играть на перегонки с Икариями. Хотя у него есть только дуалка есть, тогда он сможет только сыграть. Варден. О, вот 9-9 Варден, это красота. Как нам теперь правильно сыграть-то? Но по-любому надо убить здесь, куда деваться. Ой, слушай, надо было подробнее, вдруг там торч был. Нет, еще виздом, отлично. О, вообще отлично.
Но тут должно быть все хорошо. Окей, дальше. Тут мы начнем с Икари все-таки. Сейчас только квесты делаю практически. Не, просто нельзя дальше в этом мире, нельзя дальше. Он может своим дальше. То есть, если я начну дальше в открытую, он меня своим дальше сбивает дальше. Поэтому 6 урона ничего не значит, если он может его убить. То есть, мне надо дождаться, пока он выставит пушку, и потом уже убивать дальше своим. Просто так это все бесполезно. В мире или урон не считается, пока он не будет критический. Вот здесь нам реально все зашло.